саженцы вишни войлочной поднимаются до 3 метров. Раскидистая крона делает нарядным любой сад. Плоды этого сорта ближе к сливе, чем к вишне. В ягодах содержатся органические кислоты, витамины и пектины. Существует ряд условий, которые необходимо соблюдать, чтобы вырастить восхитительный крупномер. Нельзя допускать переувлажнения растения. Для высадки кустарника стоит выбрать незатенное место. Удобрять вишню торфом не рекомендуется. Этот сорт вишни способен легко перенести холода, не боится ржавчины, как амикоза. Вишня войлочная – это дерево высотой 250 см с типом роста, среднерослый, диаметром 200 см. Цветет растение в месяц май. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка белая. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. Его плоды созревают в месяц июнь. Урожайность вишни войлочной составляет 8 кг. Плоды имеют массу 3 грамм. Форма у ягод округлая. Окраска ягод красный. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что вишня войлочная частично самоплодный, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт.